Доброе утро. Все, конечно, страшно. Очень сильно путаются. Так, вроде нам. Отличная в целом, даже более чем, но ветерок такой свежий, но жарко, солнце прям, лето вот, в целом, ого, народ сколько идет. Я, собственно, я уже на работе фактически, ух, сегодня даже жарко, я налегке, видите, без свитшота, но все идеально. Мне же. Так, сейчас попью кофейку дома. Нормально, быстро летит время. Как будто не особо выспался. Это больше из-за жары, плюс еще вчера был дождь ночью. Вот я и пришел, собственно. Потихонечку вот все. Ребята, время 10:26. 15 минут работы, 200 рублей на чай. Укладка. Сейчас я иду в магазин. Как раз мне эти 200 рублей покушать, отлично, просто шикарно. Еще два кофе успел выпить. Погодка радует, более чем потрясающе. Так как будто слабо выспался, но сейчас уже поживее. Ребятчики, купил хлеба и колбасы докторской. 144 рубля мне вышло. А я думаю, что ж вот все считаю конец месяца. Сейчас уже конец месяца, потому что у меня штатив придет. Плюс выходные. Хотя ничего, тут работать 3 дня. Я уже 2 отработал, считаю, сегодня. Вчера и сегодня. 3 дня и выходные. Ну, то есть просто изи. Сейчас начинаю уже просыпаться. Видно, смена погоды. Потому что вчера дождь так ночью лил. Но я еще заметил кофеин. Мне кажется, кофе много. Не надо. А скуки его пьешь? Порой. Ну и просто для вкуса. Фух. Так, хлеб купил. Сейчас буду завтракать. Вот это мне нравится. Еще 2 соточки. Вот это просто грех. Непривычно, что ничего не надо покупать. Просто все заказано. То, что только можно заказать. То, что нужно, в принципе. Шикарно. Мне это очень нравится. Ребяточки, сажусь обедать. Сегодня пил кофе. Сейчас чай. И загрузил пару фоток, получается, в группу Telegram. И ВКонтакте тоже. Стрит-фотографии. Кстати, прикольные фотографии получились. Сам обработал, сделал. Я тут неожиданно для себя понял, что уже пятница, остается 2 дня. Суббота, воскресенье и все выходные. Как летит время. Сейчас уже полдня. Получается, светодиодная вывеска придет ко мне 18 числа, по идее, к воскресенью. Сейчас я поставлю гречки приготовить. Да, загружаю влог. Да, так в целом, чилю. Настроение отличное, все дела сделал. Шикарно. Загружаю материал, надо все освободить. Докинул фоток, там еще кореш мне обработал. За что ему спасибо большое. Постепенно смотрю рост. Надо акцент внимания сделать, конечно, на рилсах, именно по доте. И фрагменты по доте тоже вырезать, потому что, ну, это очень нравится аудитории. Раз убедился, что надо вообще ко многим вещам менее близко к сердцу, потому что, блин, все фигня, все так быстро пролетает, что нет смысла загоняться и париться вообще о чем-либо. Сейчас покушаю, да, уже постепенно буду собираться домой. Сейчас вскочить 21:17, уже выхожу, и у меня запись, представляете? А я стригу от чувака. И время 21:41.
Мне ехать, блядь, до дома час. Просто пиздец. Причем вот эти 15 минут, они бы сыграли большую роль. И я бы доехала раньше. Где-то 22 там. Ну, 22. 30-40 я был. А сейчас я, блядь, буду в 23 часа просто. В лучшем случае. Пиздец. Конечно, ебатория. Я уже все проклял, блядь. Это просто кринж. Да. Ладно, сейчас я уже иду. Да, пытаюсь забыть это все. Ну, быстро пролетел день. Вот пытаемся какие-то плюсы подчеркнуть. Посмотрим, что у меня с выходными на этой неделе. Лечевые, так что это отлично. Пару сотен. Ну и, в принципе, осталось 2 дня. И все, и конец недели. Я думаю, сейчас до первого быстро пролетит время. Вообще быстро все летит. Нет смысла загоняться. Ну, просто обидно, когда ты выходишь, блядь. Думаешь, ну все, сейчас пораньше придешь. Отлично, и тут раз. Хотя это 15 минут. Как бы вряд ли решают. Тут годы проходят просто никуда. Вон люди на алкоголь, сигареты тратят годы. Десятилетия. А тут хуйня, 15 минут. Позже вышел. Бомбил, конечно, меня в душе страшно. Хотелось разъебать окно. Ну, в итоге, ладно, думаю, хуй с ним. Сейчас посмотрим насчет дней. Блять, надеюсь, мне удастся вот, чтоб 5-2 было. Не... Ну, то есть я больше не буду, блять, 6-1 там работать. Нахуй надо. Кринжать. 2-33, нормально, собственно. Не так критично. Ох, ну бомбило меня, ну я, короче, заводит с полуоборота. Нормально, что-то ехал, обдумал, захотел, я вот, ну, задумался обо всем, чем отличается обычный человек от творческого, да, и чего-то не хватает, чего бы я хотел в какую-то, так сказать, движуху окунуться. Это, конечно, от локации мне не хватает своей. С другой стороны, нюансы и тонкости есть всегда. В любом деле, в любой профессии и прочее. Как бы одно дело, знаете, как все воспринимать. Но видите, в какой-то веке я нашел, так сказать, стезю, контент. Мне надо начать работать над собой. Спортом сейчас зарядочку делать. Но я пока только отжимаюсь. На ночь.